дерево на людей просит. Не падает ничего. Что-то у меня уже переизбыток гор с конца. Не пришли. А, ну минералочка. А мне интересно здесь, откуда вот здесь этот стык подошел, как бы, да, на горы, когда здесь было дно океана, вот здесь оно начиналось. Ну. Здесь было именно дно океана, когда пошла тектоническая плита северо-западноевропейская на эту северокавказскую, и как называется она дальше, там, не помню название. Я не помню. Да, она как бы здесь именно создала эти горы. И здесь, кстати, вот, почему я тебе говорю, что здесь минералка везде, даже дома течет. То есть во дворе выкопать 5 метров, там будет везде минералка. И здесь оно как бы интересно тем, что здесь Дантово ущелье. Почему вот в других местах нет, а вот оно здесь как бы и происходит. Потому что Дантово ущелье, это очень интересный исторический факт. Это около 3500 лет. Это ущелье. Ну вот это оно и есть. Да. Это вот вход его. Они жили внутри горы, эти товарищи. Я себе почему говорю, что они внутри горы жили, товарищи. Они очень странные были. До магазина им далеко было. Трехсотые года, да? 3250 лет назад, по-моему, если не ошибаюсь. Дантово ущелье, дантисты. Почитаю. Вот давай сейчас наверх поднимемся, попробуем. Так, можешь подняться здесь? Да. Но пиздану сейчас, наверное. Хопа. Вот это часть их крепости была внутри горы. Сейчас я покажу внутри горы. Сейчас, ага. Это интересная история. Кто они такие были? Кто такие они были? Почему уже не были горы? Почему строят крепость из камней? Это воронка от метеорита. Это все знают. В натуре? Да. Это правда, все знают. Здесь метеорит ударил в 17 году. В каком 17-м? В 17-м, в прошлом году. В 2017-м? 1917 года ударил метеорит. Видишь, от него ебанулось. Пиздец. Так а что? Размером полметра был. Вот так он уебал. Вот, деревья так вот выросли. Блин. Хорошо, что я заехал. Это все просто студировал, понимаешь? Мне было так интересно, откуда здесь что-то произошло. Вот, пожалуйста, загадка. Это катакомбы? Что такое? Ну, там городище, наверное, вот оно вот. Это Дантово ущелье, которое они, собаки, себе привили. Там внутри находится, как я читал в интернете, находятся огромные катакомбы. Где-то примерно, может быть... Ну, ясное дело. Ну, всю эту гору, наверное. Вот. Это везде все входы, да? Это все входы, да, вот здесь. Сейчас. Вот кто-то бетонировал все скорее нахуй. Здесь также вход. Опа. Че, полезли? Ну. Полезли. Надо подумать. Что, давай пролазим. Видишь, как интересно.
Да. Кто в горе живет. Ну, это прям надо плотненько заняться. Там все затоплено. Надо, блин, ну... Как хорошо, что я заехал в горячий ключ. Да. Кстати, здесь вот интересные прям следы. То есть это не просто природно, это реально ногами просто за тысячелетия вытоптаны. И на лестнице то же самое есть. Это песчаник, он довольно мягкий. Вот за тысячи лет все это протопталось. Потому что люди, ну, одинаково ходили, чтобы не упасть, не поскользнуться. Ну, сразу это в глаза бросается. Я в своей жизни как бы изучил еще минеральные воды все. То есть как бы весь Северо-Кавказ и на своей стороны, где Эльбрус. Ага. До Эльбруса все изучал, мне так было интересно, это безумно. Минеральные воды, Гразмейка, Бештау, Железновоз. Это просто безумно интересно было. Откуда так произошла как бы природа этих вещей? Почему ага. Внутри Гразмейка находится куча? Это песчаник. Да, это песчаник. Угу. Можно к нему даже поцарапать вот. Вот. Вот, вот видишь, я царапаю. Да уже он ногами процарапали. Надо тоже царапнуть. Это как в Шаолине, типа, знаешь, там монахи тренируются и вдалбливают вот эти. Вот видишь, смотри, можно процарапать даже ногтем. Вот, смотри. Это песчаник, это дно океана. Это дно океана раньше было. Вот видишь, что творят. Все пещеры в мире. Там пещера? А, нет. Это туалет, наверное, был. Для маленьких, детских. Для спелеологов был туалет. Для детских спелеологов. Безумно интересно, конечно. Но тем не менее, сейчас пойдем наверх. Еще наверх? Конечно, сейчас посмотришь, куда прыгают. Они все, походу, наверх ходили, да? Да, откуда бабушки прыгают. Советские бабушки прыгают в реку Пси-Кубс. А у меня же отец в Питере, я художник, ты чё? Ну вот и виток. Река Пси-Кубс. Она, кстати, куда... О, смотри, что это? Туман над горами встает. Или что это? Да, это высший туман. Шашлыки. Да, да. Шашлыки? Да я хуй знаю. Антона мать, Антона мать. Вот отсюда прыгают пенсионеры. Откуда? Вот отсюда. Там 3 метра, глубина 4. Мне посадили. Что, никто не погибает? Вообще кишки можно лопнуть могут. Тут же метров 30. Красоты горячего ключа.